жарко. Не знаю, сколько градусов, не замерял, но жарко. На пароходе единственное место, где можно тусануться, не в жирюке, а? Ты посмотри на нее. Хлебаем жару полной ложкой. Да, хмурое воскресное утро, но это даже лучше, чем солнечное, прекрасное, потому что даже такое хмурое спать было пипец. Сейчас отнес стираться все, потому что этот товарищ крутящийся ни хрена не спасает. Помогает, конечно, но спасти не спасает. Жарко. Не знаю, сколько градусов, не замерял, но жарко. О, а вот здесь хорошо. Да лучше не заглядывай. Бассейн самоспустился. Наливать его не хочется, потому что будет прохладно. Потом уже. Его бы лучше, конечно, помыть. Мыть. Здесь не дует, но затягивает с трубы. Короче, не очень приятно дышать. Вот это длинное. Лучше стоять здесь, но ветер будет забивать микрофон, так что лучше вообще ничего говорить. Красиво, да? Этой красоты иллюминаторы там внизу не открыть, поэтому хлебаем жару полной ложкой. Пока тут не так жарко, на камбузе занялся охотой на летающих гадов. Так, на первый взгляд без видимых успехов, но на палубе уже с десяточек их лежит. Видели? Вот так вот мы с ними боремся. Ну, надеюсь, через неделю я их перебью. Хотя нет, никакой надежды на это нет, потому что придем в Алжире, откроем иллюминаторы, двери, налетит столько же, если не больше. И будут они злее и кусучее, потому что арабские. Это так еще себе. Так себе. Терпимые. Европейские. Воспитанные. Толерантные. Сука. А, ладно, я уже минут 10 с ними бьюсь, уже рука устала махать вот этой штукой. Пойду перекурчик сделаю. Ну это так, чуть-чуть. Бывает и похлеще. Включаю печки. И сейчас наступит жаркотня.
Ладно, продолжаем. И так далее. Капец. Все. И Виталя кометь. Я, пожалуй, не буду выключать. Скай бабашит. Это вентилятор в каюту. Пароход единственное место, где можно тусануться не в жирюке, а? На нашем теперешнем контейнероносце. Вон какие мы. Пипец. Аж 9 штук контейнеров везем. Навстречу ветру и волне. Потихоньку хлюпает. Главное, чтобы прохладно. Давай, хорошо. Хорошо. Ебем. Пицца. Будем кушать пицца. Подумали, что надо включать духовку, а потом еще жарить, прожарить мне. Кстати, пора уже включать. Итак, не слабо, почти на полную. Вентиляцию на полную. Здесь все пашет. Короче, полностью. В этой жирюке что спишь, что не спишь, все как побитая собака просыпаешься. Чисто как побитая собака. Так, сколько здесь? 4. Еще где 4 вида. Пригоревшие. 4. 8. 8. Так, ну вода есть. Чуть-чуть посветлело. Ой, какое красивое. Я же это оголился. Чуть-чуть легче, но помогает не то, чтобы сильно. Но все равно. Так, пошли дальше. Это нашим филиппинским братьям. Филиппина стайл. Чтобы как-то не забыть, поставим на них на HP. Чуток сверху.
время пошло. Еще парочку забабахнет. Все будет хорошо. Ребята, работает во всю вентилятор. Хочешь хорошую волну поймать в иллюминаторе, так хрен ты. Ладно. Вот, есть. Сейчас свою укрою и пойду дышать на палубу. Духа у меня еще там. А что делать? Танты хочу идти. Надеюсь, у них кондиционер работает. Ух. Хорошо. Хорошо. Здесь. Там внизу не очень. Вода. Слилась. Желающих купаться нет. Наверное, я буду первым. Давай же уже идти в твою медь. Ты посмотри на нее, а. Все по домам. Ждал, когда тут прохладнее станет, чтобы помыть. А тут волны, загляделся. Ну, сейчас только мусор выбросит. Может быть, с мухами вместе. Но в море широко мы прижались, танкер или он к нам. А? Прохладный воздух в морду дует. Это земля Сицилии называется. Мы ее объезжаем. На Мальту забрал. Побремся. Пипец. Это был маленький пипец. Я удивлен.